Всем привет, друзья, меня зовут Семен. Сегодня у нас уже четвертый выпуск, посвященный проверке легенд в GTA 4. Миф называется «Призрак на заводе Спранг». Как вы знаете, Спранг – это прототип реального спрайт, поэтому давайте я вам расскажу немного про этот напиток. Спрайт – это газированный безалкогольный напиток со вкусом лайма и лимона, выпускаемый компанией The Coca-Cola Company. Спрайт появился в США в октябре 1961 года. Также в разных странах в разное время выпускали дополнительные вкусы спрайт, такие как Sprite 3D, Sprite Ice, Sprite Dry Lemon. Sprite позиционируется как напиток для активных и творческих людей. В США Sprite создал платформу уличной культуры, основными компонентами которой стали баскетбол, хип-хоп и граффити. Sprite выпускается в более чем 190 странах во множестве вариантов. Итак, миф в игре гласит, если прийти ночью на завод Спранг и сделать несколько выстрелов с оружия, то можно услышать голос какого-то призрака, который якобы будет вас выгонять оттуда. А если даже повезет, то можно будет увидеть его силуэт. Ну что ж, вот такой вот интересный миф. Давайте туда отправимся и проверим, так ли это. Итак, ну что ж, вот мы уже здесь. И давайте для начала посмотрим завод со стороны. Но ничего интересного я здесь не обнаружил, и поэтому мы отправляемся прямо на завод. Да, довольно-таки жуткое место. Ну что ж, а мы отправляемся прямо вовнутрь здания. Итак, ну что ж, вот мы уже здесь, и давайте проверим, существуют ли здесь призраки или нет. Yep.
Но пока что нет ничего интересного. Продолжаем поиски. Да, довольно-таки жуткое место. Слышны различные странные звуки, типа шагов или скрежета металла, но никакого призрака пока что мы не увидели. В легенде сказано то, что надо стрелять из оружия. И давайте сделаем несколько выстрелов. Но, как вы поняли, никакого призрака не видно и не слышно. Ну что ж, продолжаем поиски. И давайте выйдем из этого завода и вернемся обратно. И сделаем пару выстрелов из автомата. Глядишь, кого-то услышим или даже увидим. Вы слышали, кто-то кричал? Но, скорее всего, это не призрак, а обычный прохожий, который испугался выстрелов из автомата. Но, как вы поняли, никакого призрака я там не встретил и приступил к поискам в интернете. В интернете я нашел множество видео, где игроки пытались найти этого призрака, но так ничего и не находили. Но нашел одно интересное видео, смотрите. Но, как вы поняли, это был не призрак, а всего лишь прохожий, который проходил мимо и услышал выстрелы пистолета. Итак, давайте подведем итог по этому мифу. Мы довольно-таки долго были на этом заводе и слышали различные скрипы, и не более того.
И, как вы поняли, никакого призрака я там не встретил. Поискав в интернете подтверждение этого мифа, я тоже ничего интересного так и не нашел. Скорее всего, многие игроки слышали не призрака, а всего лишь прохожих, которые кричали на улице от звука выстрела. И игроки думали, что это призрак. Отсюда и взялся этот миф о призраке на заводе Спранг. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи и пока.